Здравствуйте, друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. И мы начинаем наш сериал «Уроки музыки». А в этом самом первом уроке я расскажу главный принцип игры на фортепиано. Он называется «Летучие мыши». А вообще, если вам понравился урок, вы подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. Я буду вас радовать новыми уроками. Самый главный принцип в игре на любом инструменте – это цепкие подушечки пальцев. То есть вот эти места должны быть очень цепкими. Почему летучая мышь? Потому что я однажды увидела спящих летучих мышей, которые держались лапками за веточку, висели вниз головой и при этом еще и спали. Это меня поразило настолько, что я решила также играть на инструменте. Вот, я объясняю это моим ученикам. Вот, и сейчас я продемонстрирую это, как оно должно быть на инструменте. Еще нужно обязательно заснять киноляпы, потому что их столько много. Как вы видели на видео, должны быть вот такие вот движения, как будто стирающие пыль. То есть летучие мыши не только спят вниз головой и держатся за веточку, но они еще стирают пыль. Вот такие движения, то есть все время при игре должны быть такие движения. А остальная часть руки, плеча, вообще весь корпус должен быть чуть-чуть расслабленным, не зажатым, не таким. Если вы будете так долго играть, то у вас в конце концов все заболит. То есть вот этот кончик пальца очень активный. Он как бы цепляется за клавишу и стирает пыль движением к себе. Вот. Остальное все расслабленное, такое движение. Вот так это можно посмотреть, если сбоку смотреть. Это, конечно, упражнение. Так, прямо так играть не нужно. Попробуйте поиграть отдельные ноты, любые ноты, аккорды. Одной рукой, второй рукой, двумя руками. Чувствовать, что вы стираете пыль, либо вы цепляетесь, как летучая мышь, за веточку. Остальное тело абсолютно спокойное, расслабленное. И тогда у вас будут получаться даже самые сложные места, виртуозные. Вот для сравнения, если кончики пальцев вялые, не огненные, не, ну, не такие, как вот я объяснила, то быстрые нотки не будут получаться, либо будет такая вот музыка ватная. Можно даже себя проверять. Вот так вот нотку берем и качаем руку, и стараемся почувствовать, что она полностью расслаблена, как бы пушистая.
сначала это нужно делать с отдельными нотками, длинными, чтобы успеть почувствовать расслабленную руку. А потом уже с быстрыми, несколько ноток подряд. Также аккорд, то есть несколько ноток сразу. И каждый пальчик как бы стирает пыль или как бы цепляется, как летучая мышь. Таким образом, используя этот прием летучей мыши, вы сможете успешно играть практически любую музыку, потому что активными подушечками играть гораздо легче. Если у вас возникли сложности с вашей музыкой, вы не можете что-то сыграть, можете обращаться ко мне, я разработаю для вас ваши индивидуальные упражнения, исходя из музыки, которую вы играете. Пишите. А также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и будьте в курсе новых серий сериала «Уроки музыки». Также я планирую снять уроки о независимости каждого пальца, а также очень интересные такие темы, как справляться со сценическим волнением, как убрать, например, напряжение в теле при игре, как правильно заниматься, как правильно отдыхать, чтобы это было наиболее эффективно. И очень важный вопрос, как избежать выгорания или потери интереса, мотивации. Это тоже очень интересная тема. Так что подписывайтесь, следите за сериями. Буду вас радовать.